Всем привет! Вы на канале «Стройгарант Анапа». С вами я, Александр Аникиенко. Мы вновь в коттеджном поселке Звездный, где у нас планируется застройка из 50 коттеджей. На данный момент продано уже 20. И сегодня мы посмотрим коттедж площадью 90 квадратных метров. Это другой коттедж, потому что мы с вами буквально неделю назад тоже смотрели обзор 90 квадратных метров. Здесь другая отделка, другое место расположения на участке, но также 5,5 соток и такая же цена 4920 с отделкой полностью под ключ. Коммуникация, напоминаю, 15 киловатт, вода центральная, индивидуальный септик. Расстояние до моря 4 километра, до Анапы 8. Смотрите. Здесь у нас небольшая прихожая, будет установлен радиатор, здесь идет зона теплый пол, также на кухне и в санузле. Это вот одна спальная комната, здесь вторая, санузел, вот мы видим отделку в каких тонах. Высота потолков в каждых наших коттеджах идет 3 метра. Здесь будет установлен электрический котел, выполнена вся разводка, розетки, под сплит-систему. Смотрите этот обзор. Если вас заинтересовал конкретно этот дом, вы можете забронировать его и приехать уже к нам, посмотреть и увидеть его по факту. В каждом доме фундамент выполнен из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Устанавливаются каркасы колонн из арматуры 12 мм с выпуском в цоколь. Цоколь армируется арматурой сечением 10 с шагом 300 на 300 мм. Заливается бетоном М250 класса B20. Стены выполнены из газоблока плотностью D500. Размер газоблоков, из которых выполнены стены по периметру дома, 625 на 250 на 240 мм. Перегородочные стены из газоблоков 625 на 250 150 мм и 625 250 на 200 мм. Газоблок усилен армирующей кладочной сеткой 50 на 50. При монтаже кровли используются стропильные балки из досок 50 на 150 мм, контррейка из досок 25 на 50 мм, обрешетка под металл из досок толщиной 25 на 100 мм. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитой. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Сначала дом утепляется плитами каменной ваты толщиной 50 мм при отделке декоративной штукатуркой. Наша компания в отделке использует очень качественную штукатурку фирмы «Баумит». На всех участках имеется индивидуальный септик диаметром 2600 мм и объемом не менее 8 метров кубических. Выход с гостиную прямо на террасу. Площадь террасы составляет 20 квадратных метров.
она не входит в общую площадь коттеджа, и это будет приятным дополнением к вашей квадратуре. Если вас заинтересовал этот дом или какие-то другие наши дома, вы знаете, у нас есть коттеджный поселок Морской, коттеджный поселок Жемчужина, Звездный и точечная застройка в станице Гастогаевской. Обращайтесь к нам в офис отдела продаж, номер вы видите на экране. Мы подберем для вас необходимый участок, необходимый проект, согласуем все действия, чтобы у вас была полная картина и понимание, из чего складывается цена, какой будет проект, что входит в смету. Звоните нам, мы с радостью ответим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, рекомендуйте нас. С вами был Александр Аникиенко и компания «Стройгарант Анапа».